В Якутске продолжается программа по благоустройству дворовых территорий. Сегодня заместитель главы города Дмитрий Садовников проконтролировал ход работ у дома по улице Курашова, 43. Он стал одним из 21 объекта развития городской комфортной среды. Муниципальная программа по благоустройству предполагает обустройство во дворах под проездов, освещение, установку скамеек и урн. Важно отметить, что активное участие в благоустройстве дворовых территорий принимают сами горожане. Обустройство дворовых территорий в 2017 году должно завершиться к началу сентября. Процесс работы. Сегодня видим, что подрядчик, который выиграл по данным участкам, работу начал. И мы надеемся, что к сроку он все вопросы по выполнению работ должен снять. Участие жителей по реализации данной программы, она одна из критериев, да, чтобы жители это должны понимать. И через управляющую компанию сами должны объединяться и через совет многоквартирных домов обязательно должны принимать участие.